Всем привет! Метатель снова в гостях у Берхантера. Мамба-агрегатор. Смотрите, как я его апгрейдил. Короче, вот такую вот ручку сюда установил. Вот такой прицел оптически установил. Мало того, тут еще и лазер есть. Короче говоря, у нас сегодня опрос, что лучше. Мамба-агрегатор, либо нож-фронталка Мамба 5. Кстати говоря, здесь 5 стрел умещается. И фронталка тоже. Мамба 5 называется. Пишем, кстати говоря, комментарий, что на ваш взгляд лучше. Нож, либо арбалет. Блин, с маленького расстояния в полоборота бросать, конечно, непривычно. Но давайте протестируем лазерный прицельчик. Чем хорош арбалетик? Далеко бьет. Дыхатель снимаем. Лазер нажимаем. Ручку на изготовке. Где там мишенька? А, вот сюда придет уйти, да? Наводимся. Опа-на! Чем хорош лазерный прицел, ребятки? Взвел и стрельнул. Можно оптику установить. Арбалет как бы на дальней дистанции бьет неплохо. Поэтому это преимущество арбалетов. Предохранитель, как всегда, с боя снимать. Видите, даже с одной руки можно стрелять. Я считаю, что Мамба классненький такой арбалетик для спортивной стрельбы. Doom Mini агрегатор, Doom Mini это для охоты. А вот это вот для души пострелять, Мамба. Ну, конечно, если усиленные плечи поставить, тоже можно убойная штука у него будет. Кстати говоря, нож можно в кармане носить. Самый главный плюс. Это нужен рюкзак для переноски. Ножом в походе можно колбаску порезать и все остальное в этом роде. Арбалетом ничего не сделаешь. Зато можно дичь добыть в походе, на охоте, на рыбалке. Охотиться, рыбалить можно. Ну, в конце концов, даже защищаться можно. Ножом только на близких дистанциях. Это на дальней дистанции. Видите, какую оптику себе установил. Кстати говоря, лазерка плюс оптика. Слушайте, ну, честно сказать, на это апгрейдил, дай боже. Как вам вообще такой? Больше всего мне вот эта ручка понравилась. Оп, все, на изготовку взял. Все, можно стрелять. Взвелся. Оп, она прицел. Все, можно ходить уже. О. Предохранители снимаем, грубо говоря, как там тактическая стрельба. И пошли. Оп, она, все. Взводишь еще раз. Предохранитель снял. И пошел дальше. Видите, какая классная штука. Блин, слушайте, ну, прям можно сказать, автомат в руках, а не арбалет. Потому что не агрегатор, обычно арбалет. Взвелся, пока стрелу укладываешь, пока туда, пока сюда. Здесь уже все на изготовке, готово и стреляй. Как-то вот так вот. Но весь посыл про другое. Понятно, что на канале Берхантера всем нравятся арбалеты. Но фронталки, я думаю, тоже многим нравятся. Кстати говоря, не у многих денег есть на арбалеты, поэтому, думаю, многие скажут, выбрали бы нож. За всех не буду отвечать, пишем комментарии, что на ваш взгляд лучше. Просто два названия. Фронталка, Мамба. И вот мне мысль на это навело. Давайте такое видео снимем. Что лучше, Мамба-агрегатор или Мамба-фронталка? Как-то вот так вот. Кто не подписан, подписывайтесь на Берхантер. Заходим на канал Метатель, тоже видео смотрим. Мамба для спортивной стрельбы самое то для развлечений, я считаю. Как-то вот так вот. Doom Mini или Doom Mini агрегатор это более так на охоту. Потому что он гораздо мощнее и сильнее стреляет. А это так развлекуха, если 43 килограмма стоит. Так, лазерку надо выключить. Ну что ж, ждите. Скоро на дальние расстояния буду его стрелять. Не зря же прицел установил. Всем пока, до новых встреч.